От всех знаков зодиака 19 июля рабочие обязанности и домашние дела потребуют максимального внимания и серьезности. Овны, не стесняйтесь демонстрировать окружающим свои таланты. Делитесь интересными идеями. Все это поможет вам продвинуться по карьерной лестнице и обратить на себя внимание начальства. Есть вероятность получения дополнительного дохода. Тельцы, вам придется менять свои планы несколько раз. Обстоятельства не позволят осуществить все задуманное. Отнеситесь к этому позитивно, используйте выгодные шансы. Звезды советуют вам 19 июля не нарушать правил, исключить риски в работе или эксперименты. Близнецы, интуиция направит вас по верному пути, поможет избежать серьезных ошибок и неприятностей. Используйте творческий подход, действуйте нестандартно, однако следует знать меру. Реалистичный подход к проблемам позволит решать их более быстро и продуктивно. Раки, вас ждет день напряженный и плодотворный. Вам необходимо демонстрировать свои лучшие деловые качества, быть активными, предлагать свои креативные идеи. Если коллегам нужна помощь, не проходите мимо. Такое отношение положительно скажется на вашей самооценке. Львы, окружающие 19 июля будут нуждаться в вашей поддержке и советах. Не отказывайте им в этом, тогда они тоже придут вам на помощь в сложной ситуации. Новые знакомства будут приятными и поднимут вашу самооценку. Активная работа спровоцирует напряженные ситуации. Девы, риск может привести к неприятным последствиям. Вы можете потерять что-то ценное. Выбирайте дела, в которых вы разбираетесь лучше всего. Отложите сложные или новые для вас вопросы на другое время. Старайтесь не нарушать установленных правил. Прислушивайтесь к интуиции. Весы. Чтобы избежать ошибок и просчетов в работе, используйте стандартные методы, исключите риски и необычные решения. 19 июля для вас важна самодисциплина, ответственный подход к делам. Близким не хватает вашего внимания, уделите им больше времени. Скорпионы, проявите участие в жизни близких людей. Поставьте их нужды выше своих. Дружелюбие в отношениях с коллегами и упорство в работе помогут вам подняться по карьерной лестнице. В спорах или дискуссиях не стоит слишком сильно давить на оппонентов. Уважайте чужое мнение. Стрельцы, выбирайте себе в компанию людей оптимистично настроенных, которые вдохновляют вас на что-то великое и важное. От этого во многом зависит успех вашей работы. От людей агрессивных лучше держаться подальше. Козероги, финансовым вопросам вам нужно уделить больше времени, чем обычно. Возможно, непредвиденные траты сделают в вашем бюджете дыру, которую будет непросто ликвидировать. Активное общение поможет найти друзей, а новые деловые связи поспособствуют вашему профессиональному росту. Водолея, четкий план на день поможет вам плодотворно работать и успеть закончить много важных дел. Однако будьте готовы к сюрпризам, которые могут испортить настроение. Звезды рекомендуют вам 19 июля сократить контакты и больше времени проводить в одиночестве. Рыбы, лучшей идеей будет уменьшить свою активность и наблюдать за происходящим со стороны. Многие проблемы будут решаться без вашего участия. Не стоит обижаться на близких. Вам сложно найти взаимопонимание в этот день и избежать взаимных упреков. Настраивайте себя на позитив. 19 июля всем знакам зодиака следует перепроверять всю информацию и факты перед принятием важных решений. Даже малейшая неточность может привести к серьезным последствиям. Звезды знают, что говорят.